О вреде употребления и распространения наркотиков рассказали сотрудники правопорядка воспитанникам детского дома номер 2 областного центра. Встреча прошла в рамках оперативно-профилактической операции «Дети России-2023», направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков в молодежной среде. Ребятам на конкретных примерах рассказали о пагубных последствиях употребления запрещенных веществ. Единственный такой факт может перечеркнуть планы несовершеннолетних на будущее. Слушателям четко обозначили меры административной и уголовной ответственности за распространение, хранение и употребление наркотических и психотропных веществ. Молодым людям, как активным пользователям социальных сетей, разъяснили об опасности сомнительных предложений по доставке и закладке посылок. Работа таким курьером приравнивается к распространению наркотиков и наказывается по всей строгости закона. Андрей Кирюшин, Новости 21.